Нарушают почти все водители, залетают на кольцо, подрезая, выезжают с кругового, как попало. Про поворотники вообще забывают. Постоянно создают аварийные ситуации. Неудивительно, что на этом месте бывает по несколько ДТП в неделю. Лишь единицы знают, как правильно проезжать по кольцу. Заезжаете на кольцо, то есть у вас получается второстепенная дорога, вы должны всех пропустить. На кольцо можно заехать с любого ряда. Поворотник показываем направо, въезжаем на кольцо. С крайне выезжаем, показываем поворот, когда съезжаем. Зачастую водители, которые ездят по правилам, уворачиваются от нарушителей. На заметку тем, кто выезжает с круга с левой или со средней полосы, вы будете виновником ДТП в случае, если врежетесь в авто, которое едет справа, но по кругу. Если я выезжаю с кольца на Советский проспект, то по своей полосе и выезжаю, ну, как по своей полосе, так же и на улицу Ленина. Ну, по крайней мере, я так делаю, не знаю. Почему три? Я только две видел. Три съезда и две полосы. Резюмируем с графикой для наглядности. Водитель имеет право въехать на кольцо с любой полосы. Заезжаем с левой, соответственно, ее и занимаем. С правой – правую. В любом из этих случаев включаем правый поворотник. А вот выезд с кругового движения только с крайней правой полосы. При этом вновь показываем правый поворотник. В плотном потоке всего за 10 минут грубо нарушили 37 водителей. Некоторым не будет лишним сесть за учебники и вспомнить элементарные правила. Даже если автолюбители уверены в том, что знают их на зубок. Сергей Коленик, Степан Некрасов, Новости Верхнекамья.